Они не называют себя диаспорой, ведь диаспора – это люди, проживающие вне страны своего происхождения. А казахский этнос испокон веков живет на территории Нижней Волги. Больше 20 лет назад Казахстан стал независимой республикой, но это лишь дополнительный повод сотрудничать в культурно-просветительской сфере. Большой литературно-музыкальный вечер с участием именитых артистов сопредельной республики прошел в Астрахани. На концерте побывал Сергей Рожко. Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации организовало литературно-музыкальный вечер для астраханцев и ценителей казахской культуры. В Астрахани проживает самая большая группа казахов. Мы не называем ее диаспорой, потому что диаспора – это все-таки население, которое покинуло свою страну и пришло жить на чужую землю, но на землю, не являющуюся их исконно. Вот те казахи, которые проживают в Астрахани, не считают эту землю исконной, потому что здесь они жили исконно, они коренные жители этого края. Около 90 артистов из разных регионов приехали поделиться частичкой казахской культуры. География обширна. Артисты из западного Казахстана, Атырау, Астаны и Алматы. Мы привезли к вам программу, которая позволит вам в ретроспективе посмотреть культуру Казахстана. Она так и называется – культура Казахстана, традиции и современность. Мы будем идти от эпического устного творчества, которое имело место быть в прошлых веках, до сегодняшнего дня. Это, можно сказать, до постмодерна. Казахстанские исполнители популярной музыки известны российскому зрителю по федеральным телепроектам. Диана Шарапова исполнила песни на английском, на русском и на своем родном языке. Я спою песню на казахском языке «Айна Лайн». Она посвящается любимому. Это не сайболайан, мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айна лайан. Алибек Альмадиев учится в Казахстанской национальной академии искусств. Ему 21 год. Его хорошо знают как на родине, так и в России. На концерте исполнил казахскую эстрадную песню на стихи и музыку Мухтара Шаханова. Любовь к музыке с самого детства. Меня мама отвела в музыкальную школу, когда мне было еще 6 лет. И все, с тех пор я этим заболел. Это для меня стало делом жизни. Изюминкой шоу стала песня Алибека на английском языке. Сергей Рожко, Владислав Олейников, РЕН-ТВ, Астрахань.